Добрый день, дорогие друзья, еще раз. И самое главное, я обращаюсь к нашим зрителям, которые смотрят нас в онлайн-трансляции. Да, можем мы им всем помахать. Спасибо. Дело в том, что сегодня, помимо моего дня рождения, у нас еще одно замечательное событие. Мы открываем клуб. Клуб по интересам. Это не такой клуб, который раньше в деревне стоял, туда все ходили на танцульки. Это онлайн-офлайн клуб, где встречаются специалисты особых областей. У нас вот сегодня отсутствует Юля, это наш администратор, мы с ней прописали целый план этого клуба. Встречаемся, ну, я очень коротко рекламе просто расскажу. Предполагается, это раз в неделю мы встречаемся, скорее всего, будем по понедельникам вечером встречаться в бане, у кого-то на дому это может быть в лесу, может быть на природе, может быть там в сауне, например, в Кремле или где-то еще. То есть все зависит от той темы, которую мы подготавливаем. Тема всегда уникальная, тема всегда будет интересная. Приходят специалисты из разных областей. Это и аюрведа, это и тибетские лекари. Это могут быть и массажисты, и там йога, и тантра, и танцы, да. И, в общем, этот клуб называется 4D освобождение. Чтобы покороче объяснить, в этом слове заложено очень много. А много это для чего? Потому что человек счастлив тогда, когда он свободен. Согласны? А свободен должен быть во многих степеней свобод. И вот 4D это четырехмерное пространство его свобод, где мы обучаем людей и все это бесплатно даем людям, как стать свободным. Первый уровень свободы это на физическом уровне, то есть здоровье, тело, без замков, без блоков, все должно ходить, все должно шевелиться как надо. Второй уровень свободы это ментальный, то есть мы стремимся быть без зависимостей мыслительных, без ловушек ума, без тараканов в голове, без бзиков всевозможных, без всевозможных навязанного мнения извне. Третий уровень свободы это получается духовный уровень, духовной свободы, когда мы независимо от каких-то там догм, стереотипов религиозных или там каких-то энергетических блоков. Ну вот это все связано с космоэнергетикой. Здесь тоже мы освобождаемся и очищаемся. И четвертый уровень, получается, наша свобода, это уровень социальный. Мы все знаем, что люди это социальное существо, биологическое, млекопитающее, живет среди людей, в коллективе. И, ну, может быть, бывают отшельники, мы про них не говорим. И поэтому в социуме мы тоже делаемся свободными, обучаем быть свободными, прежде всего, независимыми финансово. Потому что если человек финансово независим, он становится свободным, мобильным и независимым от границ государства, от там пенсионных фондов всяких, от каких-то работодателей, от зарплат, от войн, от чего-то там еще. От того, что опять же все это навязывает социум, условности, заборы, ограничения, догмы, стереотипы и так далее. От всего избавляемся. И поэтому наши специалисты, которые будут к нам приходить, они будут нас учить, как заработать деньги, как избавиться от проблем в теле, как духовно восстановиться, как личностно вырасти. То есть тем много. Каждый вечер у нас будет определенная тема. Сегодня у нас тоже мы можем выступить по одной из тем. Сейчас мы ее обсудим. У нас есть интересные люди, которые уже готовы, да, что-то нам предложить. Не-не-не, серьезно. Но самое главное, я хочу поднять тост за то, что это все началось. Это началось, и именно сегодня, вот этот день, когда... Пора, да, налить всем бокалы. Как называется клуб? 4D освобождения. Долго думали, как его назвать. Я, честно говоря, вот просто вам скажу, почему именно сегодня. Потому что я 15 лет думал про подобный клуб. Как его организовать, что сделать, какие темы, как людей пригласить и так далее. И думал, а потом плюнул, говорю, зачем думать? Вот есть день, сегодня. Сегодня открываю и все. Все, зачем оттягивать, согласен. Да, а думал вчера, правильно? А думал
15 лет, я думал. 15 лет, да. Я 44 года думала об этом. Не, у меня, там записаны всякие кодексы, уставы этого клуба и так далее. Нет. Это все в интернете, на сайте выложено. Зайдете, кстати, на наши социальные сети. Но тем более, вы, дорогие телезрители, интернет-зрители или как. Ну, в общем, мы клуб открываем на всем русскоязычном пространстве мира. То есть, где есть русский язык и где есть интернет, вы можете присутствовать в нашем клубе. Потому что он транслироваться будет онлайн. То есть во время нашего заседания вы также, если находитесь в другой стране или городе, можете нас смотреть. Поэтому обязательно вот тут вот внизу под этим роликом, да, который вы смотрите сейчас, есть ссылки на все возможные социальные сети, на группы, где расположено приглашение в этот клуб, расписание наших вечеров. На Ютубе также есть канал этого клуба. Просто смотрите, подписывайтесь, регистрируйтесь. Ну, а мы, в общем, за открытие этого клуба. Ура! 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 Первый член. Наконец-то. Первый член. Первый член России. Все в сборе. Это мы, да.